1 сентября за парты сели почти 26 тысяч первоклашек региона. Это на 700 человек больше, чем в прошлом году. Праздник первого звонка прошел и в сквере «Рубин». Участие в нем приняли первоклассники из 13 школ Кировского района. На торжественной линейке ребята вместе со сказочными героями отправились в путешествие по стране знаний Изумрундия. Для детей организовали веселый конкурс, а в завершении праздника традиционно прозвучал звонок. Под его звон новоявленные школьники загадали желание и выпустили в небо десятки воздушных шаров. Учебные заведения Кировского района в этом году приняли почти 1000 первоклассников. Я хочу пойти в первый класс, очень. На пятерке учиться, читать хорошо. Ну и если мне зададут стих, я прочитаю его. Линейка второй раз, потому что у меня старший сын идет в 4 класс. Но я думаю, что больше подготавливались и волновались родители, конечно же, мамы в первую очередь. Как будет выглядеть ребенок, как все пройдет, тепло ли, холодно. И самое главное, как он будет учиться.